Одинцовский округ продолжает реализацию губернаторской программы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. 14 сентября новоселами стали еще 12 ребят. Ключи и документы на жилье им вручил глава городского округа Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета сообщил, что до конца года жилье передадут еще 10 юным жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все 12 переданных квартир расположены в многоквартирных жилых домах-новостройках. Из них 9 в микрорайоне Высокие Жаворонки, 3 в Звенигороде. В помещениях выполнена улучшенная социальная отделка, пространство оборудовано новой современной мебелью, кроме того, имеется бытовая техника.